Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. И с вашего позволения я продолжу озвучивать свою коллекцию афоризмов и цитат. Стоит ли слезинка одного ребенка слез всех детей в мире? Как добиться победы? Стань злее злых, стань подлее подлых. Если тебя жизнь трахает, значит ты еще живой. Дальше стихотворение, и довольно большое, его лучше зачитать. Лишь стоит по прозрачности стекла серебряной ладонью провести. Искусство так рождает зеркала, чтоб каждый мог себя в них обрести. Мы верим им и тянемся вперед. Иллюзия скрывает тень зла. И наш двойник кривит усмешки рот. У нас воруют души зеркала. И так легко порезаться о край, об острый край, и остается боль. И шепчут зеркала, не разбивай, в нас заменяя холодом любовь. Мир отражений вязок и жесток. Он рвется из застывшего стекла. И страшно, вдруг еще придет их срок. И завладеют нами зеркала. И вырвется на волю легион фальшиво отраженных ими душ. И мир наполнит звон, стеклянный звон. Кто победит? Оркестр, сыграйте тушь. Следующая цитата тоже не самая маленькая, поэтому ее тоже лучше зачитать. Нечисть боится улыбки больше, чем креста и святой воды. Все подлости делаются серьезным лицом. Вся мерзость происходит от того, что кто-то испугался улыбки. Неважно, своей или чужой. Любовь – это огонь. Стоит закрыться от мира наглухо, остаться один на один, и ты и не заметишь, как пламя сожрет кислород и задохнется. Если умеешь плавать, не сиди на берегу. У него не было друзей среди ровесников. Та неизбежная плата, которую платят за любой талант. 7 качеств украшают мудреца. Он никогда не берет первым слово, если есть более достойное. Он никогда не перебивает. Он не отвечает необдуманно. Он спрашивает и отвечает дельно. Он обсуждает один вопрос за другим по порядку. Если он не знает, то прямо в этом сознается. И сам осознает свои ошибки. Все противоположное этим качествам мы находим у глупца. Штерн, лучи света, мысли и афоризмы из Талмуда. Не должно быть необратимых потерь. Чудеса добрыми не бывают. Дальше опять небольшое стихотворение, его тоже лучше зачитать. Плач, мы уходим отсюда, плач. Небеса в ледяной круговерти. Только ветер сияния, плач. Ничего нет прекраснее смерти. Если нет ничего, кроме достоинства, то и оно становится силой. Мы способны убить кого угодно, если убедим себя в моральности данного поступка. Нет линии, которая пошла бы на союз с тьмой. Она всегда одинока, всегда против всех, и поэтому проигрывает. Все в этой жизни ложь, лишь смерть правдива. Гуманизм – прекрасная вещь, пока не приведет к жертвам гораздо большим, чем возможное вначале. Дурацкий вопрос из фильма «Игрушка». Кто большее чудовище? Я, приказывающий вам снять штаны, или вы, готовы оголить собственный зад? На сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите на конечных заставках.